Дэвис. Дорогой, кажется, у нас в амбаре голый мужчина. Кажется. Сынок, ты что делаешь? Холодно. Холодно. На тебе одежды нет. Да. Ты не наркоман? Нет. Что, бурная ночка? Да, очень. Пойдем в дом. Тебе подойдут вещи моего сына. Держи, прикройся. А то моей старухе инфаркт хватит. Все в порядке? Да, в порядке. Ждем тебя за столом. Я буду через минуту. Обещаю, я заплачу за нее. Положи это вон туда. Хорошо. Давай ужинать, сынок. Я очень вам благодарен. Спасибо. Было бы недостойно не помочь тебе. Достойно. Что? А, ничего, я не привык к этому слову.